Всем привет, с вами Друманин Дрин. И мистер Клюк. И мы сейчас начинаем уже кампанию за Леона. Это кампания, как говорили разработчики, возвращение к истокам, то есть здесь не будет этих Java. Не ляпай, они могут быть. Это, я так понимаю, друг Леона, президент, еще к тому же. И он стал зомби впоследствии теракта. Что же они сделают? Выстрел. Господи, Леон национальный преступник, он убил президента Америки. Ну как, это уже не совсем президент? Я знаю, почему у тебя эхо, ты не вырубил голосовой чат. Странно. Ладно, смиримся. Что она сделала? В смысле? Она его заразила? Почему не сейчас? Почему потом? О, знаменитая Ханиган из четвертой части. Мы грохнули президента Америки. Да. Как сразу все офигели. Кстати, странно. Человек, у которого фамилия бывшего президента, застрелил нынешнего президента. И спасал дочку этого президента. Да. Ну, пожалуйста, ну скажи. Yeah. I think I might have something. Roger that. Наименее опасный путь в зомби-городе. I got a lead. Жесть. You will if you come with me. Хелена какая-то странная. Не находишь? Ну, печальная. Нет, кроме печальной. Ну, кроме печали, я вижу, что она красивая. И у нее одежка прикольная. И задница. Mm-hmm. Нет, но я говорю про ее эмоциональное состояние. Никуда сейчас не двигай, как начнем играть. Никуда не двигай. Стой на месте. Я грохнул президента. Жизнь боль. So what's so special about this church? You have some sins to confess? It's hard to explain. Да. Или он умеет подкалывать. Траль. Вот люди, из-за технических неполадок у нас иногда будет бывать эхо, иногда не будет. Вы уж простите, пожалуйста, но по-другому не получается. Да, что-то у нас какие-то, видимо, настройки слетели. Да. В общем, мы начинаем в каком-то пригородке, в каком-то, по-моему, университете. Толокс, я читал. Да, Толокс. Нет, но это там собор, по-моему, так называется. Вот это вот старый зомби-президент, мы его убили, к сожалению, чисто я это сделал. Слушай, какая хрен симпатяшка. Стоп, 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 стой так, стой так. Извращенец. Ладно, пошли. Я играю парнем глянцевые волосы, мистером Леоном Скоттом Кеннеди. Три имени. Леон, Скотт, еще и Кеннеди. Да, его помню. Блин. Леон С. Кеннеди, по-другому будет, это сокращенно. Леон с Кеннеди. Леон С. Кеннеди, я помню, его звали так в Resident Evil 4. Или Леня на русском. Русская озвучка. Меня Хелена Харпер, а на русском Лена. Елена. Да, или Елена. Но мне больше нравится Лена. Ленка. О, тут праздник. С
Слушай, мне как-то не весело. Что-то тут не то. О, будешь кекс? Сейчас подойду, проверю. Блин. С шоколадом. Меня... Только вот тебя меня... разопрет, наверное. Уже немного подбешивает этой компании. То, что мы не можем бегать. Это начало, оно такое. И должны ходить. Вот это просто. Слушай, а тебя шоколада не разопрет? Все-таки же женщина следит за фигурой, а ты как-то... Ты что, думаешь, что шоколад ем? Ну, ты же подошел к столу, мог и съесть. Знаменитая подсказка выжившего. Опять праздник, а где гости? Кто-нибудь выжил? Нет, никто не выжил. Кстати, ты первый раз проходишь эту компанию? Само собой. Хм, значит, мы в равных условиях. Значит, что? У нас обоих два пистолета. В смысле? Ну, какие у тебя оружия сейчас? Само собой, один пистолет и все. И все. Так я и никогда не прохожу эти кампании до того, как записываю. Я хочу просто все видеть в настоящем и удивляться. Ясно. Например, когда эта тварь выжила, я удивлялся. Я про Устанака. Ну да. Я кстати, тоже удивлялся. Насчет Устанака тут слегка маленькую информацию. А, там что-то было. В общем, Устанак — это человек, который себе добровольно ввел вирус К, но ему ввели... Потом он себе отрезал руку, и либо ему отрезали, либо там в несчастном случае во время его он потерял правую руку. И, но он как бы выжил в течение суток и не умер, как другие пациенты. Но он и не приобрел регенерации Java, поэтому он как бы полу-Java. Ну, даже чуть выше их в некоторых областях. Кстати, ищи тут эмблемку, по-любому тут должна быть эмблемка. Ты так думаешь? Ну, почему-то у меня такое чувство, что нам не зря дали прицелы бегать именно тут. В общем, что дальше? Этот человек выжил, мутировал. Ученые по приказу Ады Вонг создали ему оружие для правой руки множественное, но причем сделали их не как детские, и у них была поставлена цель, еще и для захвата человека. То есть не смертельного режима. И вот так вот Устанак появился. К сожалению, неизвестно, кто это. Личность его неизвестна. Да. Надеюсь, в седьмой части мы узнаем. Я вот хочу узнать, кто он. Ты же знаешь, помнишь, он тебя схватил и повел за собой? Нет, схватил, засунул в клетку. И давай бегать от меня. Но вот кто он, я не знаю. Его личности мы с тобой не знаем. Личность Немезиды я тоже не знаю. Ну во-во. Кстати, заметить, Немезида с третьей части, уже шестая, до сих пор неизвестна его личность. Опа, осторожно. Стоп. К стене прилипнуть не могу. Я боюсь за угол заходить, я думал, сейчас на меня что-то выпрыгнет. Контратака, у тебя же она хорошо получается. Нет, ну я напугался, что прям неожиданно он меня напрыгнет и схватит кто-то. Тебя, по идее, должно постоянно посещать это. Ой. Это мысль, потому что это же возвращение к истокам. Это типа... гадина от нас бегала? А, ну он заражен. Ты же знаешь, что разработчики Resident Evil 6 там говорили об этой игре? Они говорили то, что каждая компания отличается от своего. И мол, в компании Джейка мы постоянно бегали от Устанака. Но. Да? А в компании за Леона, видимо, в основном будет типа страх и хоррор. Типа, как в первых уже частях. Началось. Кстати, смотри, вот про дочку тут говорят, это отсылка к Немезису. Когда там Джилл встретил чувака, он сказал, там моя дочка, ее только что съели, и он спрятался в грузовик. Да, здесь он спрятался в комнату. Да, отсылка мини. У Леона, естественно, разыгрался принцип героя. Надо найти и спасти. Ну, в принципе, он правильно делает. Чем больше людей спасется, тем лучше. Он понимает, что такое быть в таком городе. Обыщите. И мы снова ходим пешком. Почему-то мне кажется, что она труп. А, знаешь, даже нет. У меня же... А-а-а. Леня не такой уж офигенный. У меня пистолет дробовик, а у тебя ножик пистолет. Увидим дальше, кто круче. У меня есть то, чего нет у тебя. Например. Глянцевые волосы. И супер анимешная прическа. Кто-то включил свет. Ладно, я как герой буду первый ходить.
А, выключил. Поэтому тебя первого съедят. Нет, я не дурак. Вообще ни черта. Опачки. Ну, само собой, гроза с дождем. Вот чего нам не хватало. Почему-то мы периодично так можем бегать, периодично не можем. Видимо, если этот чувак слишком далеко отойдет. Он еще посмотри наверх, видишь, там люстра кружится. Угу. То есть я бы не стал там ходить. А кто ее перерезает? Может, зомби? Я тени, по-моему, видел. Кто стреляет? Я не понимаю. Вот зачем нам нужно было бежать в другой конец зала? Опа. Нет, я пострелял. Посмотрел, может... Ты это знал? Это? Да. Ну, я пострелял в люстру, которая позади была. Я думал, может, она упадет, но... Упала другая, в которую я не стрелял. Походу, все, во что я стреляю, остается целым. Все, что ты не стреляешь, целым. Просто падает. Так. Мне кажется, он заражен, он кашлял подозрительно. Не отпускай его с дула пистолета. Я по лестнице наверх побегу. Давай, давай. Президент Адам Бенфорд. Наша нация будущего, молодая Америка. О, слушай, не зря побежал, здесь спрей. Скажи, я сейчас приду. Но все равно, по-моему, наверх. И тебе. Какой-то дохлый чувак. Спрей, дохлый чувак. По-моему, этот чувак скоро станет дохлым, который с нами ходит. Так. И где ты? Вот он. Где? Ну вот, ну вот, видишь, этот мертвый. А, вот спрей. Вот не зря ты побежал, честно. Погоди. Спрей в этой игре. Погоди. Он же не был падающим, он сидел, а сейчас он упал. Так, все, побежали отсюда. Беги оттуда. А то он еще воскрес. Что-то странно. Все как-то страшно и странно. Так, и мы в какой-то музей зашли, что ли? Так. Чувак, он мутирует. По-моему. Заметь, как стадии быстро проходят. Ну, пока он только кашляет. Нет, ну его уже вот прям передергивает, ты это видел? Он 100% заражен. Можно ему сразу пустить пулю в лоб? Как видишь, нет. Вообще, пытаюсь прицелиться в него, у меня лазерный прицел пропадает. Потому что у него голова пустая. И знаешь, раз эта компания за него надо, я, пожалуй, сменю прицел. На какой? На синий. А я красный, у меня был зеленый. Я для пафосности оставлю. Такой, как он был в прошлых частях. Я не меняю вообще прицел. Мне так для более реалистичного системы. Для пущей реалистичности у меня именно красный прицел стоит, как и у всех автоматов. Смотри, мы не можем убрать балку, только он. Exit. Почему Exit — это стекло? Exit. Кстати, да. Типа, мол. Это тонкий, это тонкий намек, что придется прыгать через стекло, чтобы выйти из здания. А, ну причем смотри, тот Exit горит красным, а это горит зеленым. В то окно нельзя прыгать, нужно прыгать в это. Кстати, прикинь, этот президент приходит, через окно запрыгивает в дом. Привет. После приема такой. Ладно, до свидания, выпрыгивает через окно соседнее. Смотри на дверь, смотри, что с ней. Я уверен, что когда мы откроем, там целая куча зомби будет. Это такое западло любят делать люди. Опачки. Да. Там. У меня она автоматически прицелилась. Там трупы. Тьфу, блин! Тварь! Неожиданно. На Клэр похоже с шортиками. Но она меня напугала, Клэр, зараза. Клэр более приятная прическа была. И она в крови не была и не умирала. Угу. Я, блин, обделался, она выбегает, я думал, сейчас штаны наложу. Ищи тут что-нибудь, нас не зря сюда пустили. Пончики? Будешь пончики? Нет, я слежу за фигурой. Французский флаг? Да, чем? Вроде здесь ничего нет. Смотри на крышу, может там... Смотри видите? Внимательнее, тут что? Тут где угодно все может быть. Да. Я пока что-то ничего не вижу. О, нет, показалось, там, по-моему, стрелка была, но мне показалось. Пошли. На рояле не сыграть. Ну, ладно, пошли с ними. А нет, нам... Нет, 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 с ними. Не, ну она точно заражена. Да, они оба заражены. Хотя бы на задницу ее посмотрим, а не на его. Хотя тебе на его нужно.
Как-то странно, ни одного противника за начало игры. Это, блин, реально хоррор. Оп, а теперь мы должны доски убирать. Ура, мы можем убрать доски. Кстати, откуда они появились тут опять? Дрон. Ну, гроза, наверное, ударила. Да-да-да. Кстати, заметь, мы ему уже друзья. Хотя ему даже контактов своих не давал. И ты тоже. Кстати, дай свой номер телефона. Какого именно? Ну, того, что телефон. У меня нет, мобильник. Есть. Нажми эскейк. Первым встречным не даем. Ну, а я не первый встречный. Президента застрелил. Нашел отговорку все-таки. Сейчас у нас будет два больших живых мертвеца. Все, по-моему. Все. Все. Минус. Плюс скорее. Ну, минус от людей. Чувак, уберись от нее. Какая игра актеров? Пристрелите их обоих. Ты девку стреляй, я мужика. Но наши герои тупят немного. Блин! Сейчас вслепую. Звуки. О, контрольная точка. Она уже была, кстати. Все. Подожди, она его уже съела или что? А как быстро она личик-то подправила? Кстати, да. А, меня! Меня! Убей! Так, я и стрельнул. Спасибо. В голову, но... Ай! Она ударила тебя по лицу и напрыгнула на меня. Тебе помочь? Конечно же. Мне показалось, она тебя съела. Ну давай. Все-таки пустил ты ей в пулю в лоб. Да, но не было последовательности клавиш. То есть квиктайм-ивентов не было. Ну это просто так бывает. Для фана вставили. Да. А где второй? Ну, второго она, видимо, съела. Видимо, второй не превратился, и она его съела. Ну так он превратиться должен будет. Ну-ка, давай посмотрим лампочками. Ну, это же не сразу. А я не могу, он не смотрит вперед. А вон он, да, лежит трупом. Мне кажется, здесь не одни. Да! Блин! Чувак! Я патроны вытратил уже! Почти. Ну, я не потратил все патроны. О! Дурак! Он не мог умереть по-человечески, а? Вообще не говори. Так, контратака. А, блин, я через мертвеца перепрыгнул. Я стрельнул в голову, и хоть бы хны. О! Так, мой умер. Мой тоже. А, помоги! Блин, хпшку потратили, уже две. Это одна из этой девки. Уже еще две снесли. Один удар зомби. Голову не могу никак ничего сделать. Один удар зомби два хп снимает. За то, что они медленные. Он же на тебя набросился. Нет, он просто меня ударил сейчас рукой. Погоди. Патроны. Патроны. Золото. Погоди, смотри, здесь же лежит пистолет. Почему я не могу его взять? О, я его ножиком убил. Тут еще, по-моему, труп. Да. Кстати, тут есть вящие трупы, ты знаешь? Видимо, теперь знаю. Но я здесь вижу пистолет, почему я не могу его подобрать? Он не подбираем. Да, пистолет, наверное, кто-то его этот. Как... Так, тут пробелом можно гвоздил, посмотреть. Давай обычную местность, может здесь что-то есть. При яркости 40 я все равно здесь очень мало вижу, если честно. А ты представь, какого мне на 15? Наш шанс выбраться отсюда, открыть клетку зомби.